Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Видео можно смотреть в стереоочках, видео в 4К. Если не соответствует этому, зайдите в шестеренки, настройки, в качество и выберите то качество, которое позволяет ваш компьютер. Если сейчас повернете экран налево, вы увидите там пирс, а это начало пляжа Санур. Прилетели мы на Бали 26 декабря, на несколько дней остановились в районе Нусадуба, там посмотрели достопримечательности, потом перебрались в район Санур, где и встретили Новый год. И в этом видео мы пройдем от начала до конца по пляжной зоне этого пляжа Санур, а также расскажу его особенности. И в конце подведу итог. Санур – это самый старый курорт на Бали. Он находится в 11 километров от Денпасара, а местные пляжи защищены коралловым рифом и волнорезами, поэтому прибрежные воды всегда спокойные. А это, к сожалению, на Бали очень большая редкость. Сам песчаный пляж Санура тянется где-то около 5 километров, а центральная часть, тот самый знаменитый пляж Пантай Санур, всего 1,5 километра. Берег шириной от 10 до 40 метров покрыт привозным светлым песком, хотя на севере сохраняется еще черный вулканический песок. И только в Сануре вдоль всего пляжа тянется прогулочная улица. Вдоль нее расположены наиболее крупные отели. У таких отелей, как правило, есть своя территория с шезлонгами, и они территорию пляжа всегда убирают. Проблемы с туалетами и душами вдоль всего пляжа нету. Они есть везде возле отелей. Для постояльцев они бесплатные, для туристов же зонтики и полотенца стоят примерно 50-100 тысяч рупий в день. С едой тоже проблем нету. Полно всяких кафешек, как на пляже, так и в глубине поселка. Правда, рассчитаны они в основном на туристов. А вот с местной кухней дела обстоят хуже. Никакого разнообразия. Рис с курицей или мясо на завтрак или обед и ужин. Если хотите национальную кухню, то лучше отправляться в северную часть пляжа. Вы сейчас видите гейты, откуда раньше отправлялись частные спидботы на ближайшие острова около Бали. А сейчас все это прикрыли, и все спидботы отправляются только с пирса. А теперь подведем итог отдыха в Сануре. Плюс, конечно, это небольшой трафик от аэропорта. Песчаные пляжи неплохие. Берег постоянно очищает от мусора. Не бывает больших волн. Очень хороший отдых с детьми. А минус – это то, что большие приливы и отливы, и, к сожалению, не бывает в основном утром и вечером. И во время шторма морская вода становится мутной, и на берег выбрасывается много водорослей и пластикового мусора. К минусу можно отнести то, что ночная жизнь уступает в Кути. В Сануре мало баров и всяких клубов. Еще раз хочу напомнить, что видео в формате 360 градусов, и вы можете поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. А сейчас я предлагаю садитесь поудобнее, наливайте чашку кофе, и вместе прогуляемся по пляжной зоне района Санур. Большой разбор. Так, это получается, вот тут должна быть эта машина стоять, наша будет. Сюда прибываем мы. Иди. Я за тобой шел. Да, свинальник тут, еще тут, да? Грязь больше, чем на Мальдиве. Здесь вообще срачка. Да. Вот тут получается где-то машина должна у нас. Сейчас я вот это засниму. Вот такого оператора.
Ну. Thank you.
Thank you.
Че орем? А? Орем че? А? Thank you.
Мы туда, в наш отель. Иди. Пойдем. Сколько тут? Да. 25? Угу. Напился. Ну, 48 большие. Угу. Какая здесь она? Да, по бокам грязи валом.
А тут, смотри, пляж неплохой, да? Ну тут видишь, это отель-то, скорее всего, дорогущий какой-то. Смотри, какие эти. How many hours?
Спасибо, что досмотрели до конца. Вот и заканчивается пляж Санура. А после Санура мы сядем на спидбот и отправимся на остров Нуса-Пенида, посмотрим достопримечательности. Вернемся в Санур, где нас будет ждать автомобиль, который мы арендовали. И на нем уже поедем в Убуд, озеро Братан, лавина, водопады, вулкан, водный замок. То есть покатаемся по всей территории Бали, вернемся в Санур, сдадим машинку, на такси доберемся до Куты, там будем несколько дней, и на самолет, и домой. Помимо Бали, на нашем канале вы можете увидеть прекрасные Филиппины, остров Баракай, пляж которого не уступает мальдивскому, остров Себу, где можно покупаться с китовыми акулами величиной с автобус прямо в открытом океане. Остров Палаван, где есть природное чудо, называемое подземная река, и городок Эль-Нида, где проходят туры по прекрасным островам. На Мальдивах мы объездили все острова Атолла Алиф-Алиф. Это такие, как Тодду, Уклос, Разду, Мативели, Фериду, Маалос, Осуфуладу, Ватулиба, Маафуши и несколько резортов. На Шри-Ланке мы объездили всю территорию, историческую ее часть, это городки Сигирия, Канди, Новорели, Элла, пляжи Бентота, Унавотуна, Мериса. В Таиланде остановились на острове Пхукет, очень хороший остров, и для начала путешествия по Таиланду прекрасно подходит. Рядом перебрались на остров Рейли, прекрасный отдых там. Потом на спидботе добрались до островов Пхи-Пхи. Кстати, там снимался фильм «Пляж» в главной роли с Леонардо Ди Каприо. Потом на спидботе перебрались на остров Кулипи, его называют еще Таиландские Мальдивы. И вверху находится остров Лангкави, куда мы добрались. Это один из немногих островов, совместивший пляжный отдых с магазинами Duty Free, где смешные цены на шоколад, парфюмерию, спортивные товары и алкоголь. Сингапур, остров Синтоза. Планируем Сейшелы, Французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!